вот такая огромная коробка Лего Классик 11016. Аж 1200 деталей в этой коробке. Интересные детальки новые такое. Шестеренка. Вот. У мишки ушки. Таких раньше в Классик не было. Вот. Много видно разных дверок, окошек. И вот здесь, с этой стороны, прям перечень всех этих деталей. Бывает удобно посмотреть, сравнить. Здесь мы опять видим модельки, которые можно собрать. Ну, их не так много для такого количества деталей. 1200. Наверное, предполагается, что самостоятельно будут люди придумывать. Ну, чем, собственно, я и занимаюсь обычно. Так, попробую двумя руками вскрыть. Похоже, у меня нож тупой. Что там? Вот такая инструкция. Мы уже видели эти модельки. Вот их 1, 2, 3, 7 штук предлагается собрать. Такие простенькие. Вот. Груша. Сзади традиционно перечень всех деталей. А, ну и вот рекламный листочек. До сих пор продаются эти классические наборы из серии Классик, Классик, Классик. Вот этот, эти коробки. Пластины. Новый. С колесиками интересный набор. У меня его еще нет. Среди всех пакетиков с деталями есть пакет 1 и 2. Такими разными цветами, разными деталями. Это, я так понимаю, именно для вот этих 7 моделей, 7 инструкций, что в бумажном варианте. И большие пакеты по цветам. Красно-розовый, желто-оранжевый, белый-бежевый, серый-черный, зеленые оттенки и синие оттенки. Сейчас будем открывать и смотреть, что как. Первый пакетик. Открываем. Открываем. И в нем белый пакетик. Вернее, еще один с белыми детальками и с глазками маленькими. Мелкие детальки. Аккуратно. Никуда не уехали. Ну вот, я так вижу, тут мышка и как раз вот эта вот мельница с колесом. С самыми интересными деталями здесь эти модельки. Вот как ушки крепятся. Вот. Вот она, красивая мышка. Я ее не так посадила. Вот так вот на кусочек сыра. Ну, почему эти детали интересные? Потому что они впервые в наборе из этой серии Классик. Конечно же, они не такие редкие. Они бывают в других наборах. Но именно в классическом наборе они впервые.
такие три модельки из первого пакета получились. Мышка, страус, наверное, и мельница. Ну, самая такая интересная большая мельница. Тут вот это вот шестеренка, колесо, водяная мельница. Прозрачные две детальки интересные. Красиво. Интересно, зеленая дверь тоже. Не очень типичный цвет такой. Разнообразие в этих наборах. Страус самый обычный. Ничего в нем такого нет. Ну, хорошие две детальки для глазок, для много чего. Просто сделано, чтобы что-то было, какая-то моделька. Особого креатива здесь нет. Ну и мышка. Тоже прикольно. Кусочек сыра. Интересная деталь. Тоже ее не было раньше в наборах этой серии Classic. Такие детальки были в белом, красном цвете. И других разных. Ну и ушки. Тоже прикольно. Мышки. Надо подумать, куда их еще можно приспособить. И осталось две, три. Один такой, такой у нас и черненький носик. Запасные детальки. Это был первый пакет. Открываем второй пакет. И тут остальные будут модели. Что у нас тут? Шаттл. И еще что-то. Да? Тут один пакет. Мелкие детали сразу в ней. Ну что ж, начинаем собирать. Первая груша. Груша пошла. Тоже из таких моделей, которые практически можно собрать почти в каждом наборе Classic. Просто это такой набор ходовых деталей. Есть в разных полибегах тоже такие фрукты. Лего выпускал яблочки, груши, апельсины. Вот. Ну, мы видим тут такие скосики. Кирпичики, то есть все то, что бывает нужно, ну, оформлено в такую грушку. Так, и вот у нее черешок и листики. Тоже хорошие детальки, бывают много где нужны. Вот первая модель есть. Вторая модель дерева. Дерево. Такая фруктовая тема тут. Угу. Ага, вот так нам предлагают. Что как? Как же? Ага. Вот так. Это будет плоды. Прикольно придумали, просто набор вот таких вот круглых бочоночков, ну, оформить как какие-то типа яблоки. Это будет крона, а сейчас сделаем, собственно, само дерево. Вот такое. Следующий кальмар. Вот тоже набор таких деталей, которые, в общем-то, встречаются во многих наборах серии Classic. Вот я подобного кальмара, только красного, построила из набора 10696. Там, где средняя коробка, да, большая такая. Практически такой же, только красного цвета. Там вот эти вот его ножки красные. Так, что тут у нас? Голова. Вот. Наверняка из каких-то других тоже можно попробовать. Такое, ну, взаимозаменяемые вещи.
И последний шаттл. Шаттл, это интересно. Вот еще какие интересные детали. Были похожие. Есть такого зеленого цвета в этом 11013. Прозрачные детали где, да? Ну, там одна такая зеленая. А здесь нас порадовали двумя сразу. Простенькие детали, но достаточно креативно, интересно придумано. И последние шаги. Что тут? Кабина, типа хвостик. И вот сюда эту пластинку еще так. И на нее хвостик. А это осталась запасная от груши. Вот, собственно, эти 7 деталек, которые нам предлагают в инструкции. Все они очень быстро собираются, очень легко. И после них остается еще огромнейшие пакеты с деталями, которые можно и нужно использовать. Будем сейчас их открывать.